Честные и прозрачные выборы – залог успешного будущего регионов и их жителей. В этом году активная молодежь Подмосковья примет непосредственное участие в выборном процессе. Мы с вами знаем, что в этом году выборы губернатора Московской области состоятся три дня, с 8 по 10 сентября. И, конечно же, молодое поколение примет активное участие в качестве наблюдателей. Мы с вами понимаем, что это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. И все три дня, все три избирательных дня ребята будут работать молодыми наблюдателями. Ребята будут работать на 25% участковых избирательных комиссий в нашем округе. Все три дня, как я уже сказал, от имени общественной палаты в округах уже формируются группы ребят для прохождения обучения. С избирательных участков планируется вести видеозапись. Блогеры станут рассказывать о выборах в прямом эфире, размещать информацию у себя на страницах. Команда молодых наблюдателей окажет любую посильную помощь. Те наши избиратели с ограниченными возможностями предстарелого возраста, они э, имеют возможность получить помощь от наших вот, волонтеров-молодежи для того, чтобы прийти на избирательный участок, там, подняться, если это второй этаж. Молодежь поможет разобраться гражданам и в прохождении процедуры электронного голосования. Впервые избиратели Подмосковья смогут принять участие в выборах дистанционно. Для этого гражданам необходимо предварительно с 24 июля по 4 сентября подать соответствующее заявление через портал Госуслуг. Человек, который имеющий имеет подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, имеет возможность не ходить на избирательный участок, а проголосовать из любого удобного места, через интернет, либо с мобильного телефона, либо с компьютера, там, с планшета, ну, то есть любое устройство. Соответственно, войдя в портал голосования, на портал голосования через свою подтвержденную учетную запись в системе госуслуги. Отдать свой голос в нашем округе можно будет и на 173 избирательных участках. Они традиционно расположатся в удобных для граждан местах – школах, культурных центрах и на других легкодоступных объектах. Выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».